РДД левый, милики правый. Давай, пуляй. Похуй на этого форика. Он все равно дамажит. Милики, томба. И улетел нахуй в помойку. Чарш в помойку. Отдай гер. У меня нет. У меня нет. Блять, сорян. Опять забыл. С неистовством ебал. РДД там есть, что место есть, на что лучшего костра. Да, да, ну нахуй. Пейте бот. Пиздец, блядь. Улетел в ебеня, чему проебал нахуй. Кама, стой, блядь. Я тебя рисну. А хотя ладно, блядь. Похуй. Вставай. Давай, трэш. Видите? Отойду на минуту. Вот это четкий запы так-то. На фурик? Может даже и на ретрика. Не. Есть лучше. Может, свичнемся? Тоже так. Thank you.
Заходит холипал, протопал, балбес и элем. Остальные тут мах прожишь. Слушай, видишь. Эх. Дайте бафками. Кто туда заходит из ДД Лок и... Элем. Остальные... Званые гости! Идите. Заплатите за то, что посмели вмешаться! Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Порш. Разбить. Вы там где уже? На втором? Угу. Ой, блять, у меня пушка нахуй забагалась из-за стойки. Из-за чего? Из-за стойки, блять, она просто... его, мили атака, все. Давайте по месту. Только не стойте в куче все, милики. Мах, отойди. Гера, давай. А мне когда? Внимание.
Нечисть! Вот источник зла, заполонившего Ульдуар. Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата. Схуяли буры еще, блядь. Герои! Теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто. Но я... Блядь, давай уже пизди быстрее, сука. Вы должны... Все в хэме. Бля, еще и комбат забагался, да? Еще раз багался. Вот Риня. Что ты там, фурик, блядь, нахуй ебаный. Хочешь, да? А, у СМЛ вроде есть. СМЛ у тебя есть? Да, у меня есть Риня. Я релогнусь, у меня, блядь, просто пушка. Я возьму эту Риню, бля, бисовая на ретро, не ебу. Просто, блядь, пушка нахуй танк. Крита дохуя. Бля, Кама, ну, блядь, ну, Кама, ну. Ты чё? Переиграл тебя, получается? Получается, мы. Так, блядь, а ну погоди. Ага. Так. Грипните большого. Войд. На какой тебе спек надо? Блять, я вот хуй его знает. Короче, на этом у меня на ретрике есть три куска 19, а на протопале и хэпале нету. Ну, говорят, на хэпала не надо, значит на протопала, наверное. Ну, я тебе на если надо, хэпала взял. На хэпала? Да. Так что, если надо, давай. Тризот, ты знаешь макрос, который мне типа две одинаковые пушки будет менять в стойке? У меня типа экап и экап слот 17 стоит, типа макрос. Это не макрос там делается. А ты хочешь сказать, мне типа через этот надо ставить? Экипировку. Окей, ладно. Просто вносишь в скилл там в стойку, например, макрос экипировки и все. Я так свечу типа пушки через экипировку, просто название экипировки надо всунуть в макрос. А пушка забагалась, что две одинаковые, да? Да, да. Это... Отверните, пожалуйста. Проблема ебаного сервера. Избери этого энта ебаного. Я тоже помню, экипировкой менял. А вот этот вот бонус на хэпала, кто знает, с 4 и 7, короче, 5% снижает цвет и без затраты. Типа похуй, да? Ну, лучше 239 какие-то куски фармить. Да. Там 239 бисовые куски. Бля, не убил. По-братски. Мах, беги нахуй. Бьет. И чё протопалом офсетом берут? Какой кусок самый мощный? Там три куска, если чё. Три на выбор? Бонус нужен только от двух. От двух. Четыре бонуса это вообще залупа, забей. Там что-то блок повышает или чё там? Я не помню, четыре бонуса. Хуйня а, бонус. А двух чё там дают? Лечение урона от печати. Агро. Блять, хиливать. Что получается, типа два куска и остальное 39-е что-то есть, да? Да. Ну, руки Фрея, потом ноги, но ноги алгалом. А третьего я вроде что-то не помню. Если ты хочешь иметь кап меткость, то плеч 226. Если нет, то чест или башку
нонсет. Но плечи ОП. Это хорошо, который дают, дают тебе меткость. Да. А, помню, такие. Боешные. Или нет? Не помню. Может, сейчас эта дура, блядь, пушку даст. Вообще ни одной пушки не видел в десятке. Ну, острокрылая не в счет, конечно. Вот тебе пушка. Попроси уже. Сейчас, бля. Я вот, конечно, не силен в хантах, но там бисовая 239-я, короче, арбалет или лук, там что-то. У него скорость 2,8. А разве пушка с десятки, которая вот этот с разрушителя падает 3,0, она разве не лучше? 239-й арбалет, он бис. Смотри, как бы... Вот эта тема с пушками была только в БК, потому что там есть две ротации, типа, чтобы стедик был ровно в каст автоатаки или два стедика за одну автоатаку, то есть. Тут же абсолютно разное, потому что у тебя автоатака, в принципе, не влияет на стедик. Поэтому тут зависит только от урона пушки. Чем больше урона у пушки, тем лучше. Поэтому... вообще похуй. Быстрая, медленная. Просто если будет больше урон, то лучше. Понятно. Ну, это на БК клево было, типа там вот медленная пушка, вообще заебись. Ты два стедика всовываешь за одну автоатаку, блять. И ДПС у тебя просто колоссальный. Там прям, ну, надо следить было за этим. О, ебать, а чё это за плёточник? Давай, пуляй. Так мана ты... есть у всех. Торидал, да, скилл джеда на топовый. Ну, Торидал, ты хуй видишь. Как бы я тебя так... Это, Камана... Я возьму... Короче, Кама на грозовом, джел на водяном. Топка. Дерево. Бейте быстро. Чего вы убили? Ну, мы успевали. Там просто водяной. Это что-то, блядь, быстро сдох. Я даже не заметил. А что все в него играли? Сейчас будет мелкий. Ага. Дерево. А там мелки не достанут. Шарда. Бейте дерево. Yes.
А вот когда вот эта немота, автоатака проходит дерево? Нет. 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 Там нихуя она не проходит. Добить вообще не можешь дерево. Типа там есть время, когда ты можешь, типа, всунуть автоатаку. Мел. Камон, давай оформим. Я дам ему нахуй. Масса, сакр готов? Я могу. Давайте масса. Да. Рим, красавчик, прям в меня четырех выки. Ну, блядь, так бы оно меня убило. Там было дохуя кнопка Кира. Бить. Так, готовь. Сбимов вышел. Трэш. Твоей прислужнице нужна помощь. Стопка. Гера, РДДшник. Дайте там готов. Ну ты вот тыкнул, потому что сейчас чарж же залетел, там вроде одна была, я видел. Там, типа, у меня получилось этот ВВ и БТ закинуть. Ну и хероик. Он еще просто считался, что он под грибом. Да, да. И все. И если будут мелкие, дай бомжи. Сакра есть там, скажите момент когда дать. Также дерево бить. Водяного не надо. Дерево. Блять. Я вместо зеленки не то нажал, сори. Накикнул одну си. Газов больше. Вторая. А. Извините. ДБМ ебаный. Че, мелкий был? Да, это Шинфернал, отдашь, балбес? Дерь. Он давал. Нет. Давал путь. Ну, кама, все, ну начнем. Есть мастер аур на огонь? Есть. Сакра есть. Давай мас. Да. Он не стакается, кстати. Мастера. Сакры. Нет. Нет. Которые 20%. Один деба. Сейчас два видим. Дерево. Два стака это на пати, это другая сакра, которая дает один человек. Стопка. Короче, 6 секунд, наверное. Гера мохну не давал. А похуй. А че? Ну, на пожарную. А капли стакаются, по-моему, да? Капли нет, за меня. Теперь бежали. Прибежали. Дерево тут.
Рано. Куда вы? Так рано. А, аккуратно. Насра. Рано тебе перебегаешь. Дерево. Бить. Так, вот перчаточки мне надо. Блять, надо. Ну что там, как пушка выпала? Ага, две. Ну. Кисти на холипало и аршаму выпали зато. Ну, ну на холипало с этого, в принципе, с Торима бисовая, так что это аршами, наверное, больше. Или элиму. Это, бля, скажите, вот эту... башка никому вот, не вот эту чест, типа, он... Он хуйня же, да? Угу. Вот, вот эта башка на разбойника ДК Макдруида надо кому-то? Это не башка. С Мимирона, которая. А. Я говорю, за Мимирона. Не знаю. Вот, ну, ну, если посмотрим. Я зайду на мага, никто не будет против? Не, против. Ну, мне тупо одна башка осталась, и все, одна шмотка. Ну, еще будет десятки, типа, ну. Там, блядь, что ты будешь, босса? Ну, на одного... Так, не, на одного, это... один босс и нужен. А потом мы собрать не можем, как вот тогда было в среду, блядь. Никого не было, нахуй. Дайте паладин и фулл рюбаф, пожалуйста. А, блядь, маг будет. Не, е... Ты да, можешь давай, зайти, окей. Но мы будем без лема, понимаешь? Который подхилит это все, если что, в нужный момент. Как боёк, бы тотем. Мы можем просто его не убить, но не осилить. Тут хилы не самые сильные у нас сейчас. Они слабенькие. Я курить, короче, пошел. Ну, окей, я тоже покурю. Раз такая тема. Вот это... Две минуты.
Ну его нахуй, в обычке. А, в хэме? Зачем обычка? Смол тут? Угу. Чё, башка, говоришь, пизда? Да, башка пиздец сильная, ты просто посмотри. У нее типа статов. У нее статов больше, чем у Тировой. Да, тогда бьем хэму. Ты про очки? Угу. На очки, да, пиздатые. Они 66 хосты нахуй дают, 164 силы атаки и 60 крита. Чтоб ты понимал, Камыч, по-моему, Грудаксу с этого, с Малигаса меньше силы атаки нахуй дает, чем эти очки. Вот так 180 с чем-то дает. Ну, а очки 164, это ж пизда. Очки вообще с кайфом. А, Грудак 230 дает, короче. Ну, очки реально нахватывают. Бля, надо посмотреть, каких у меня кусков на ДК нету. Кусок 130 дает силу атаки. Типа ты там немного агилы проебешь и выносливости, но... Типа... Зеленых статов так и так больше. А, там, шаман, ты тут? Да. Или какой? Боек, который хил. Ну, короче, смотри, ты в обычке бил Мимирона? Бил? Окей, смотри. Тут, типа, все то же самое будет, только будет огонь, короче, кидаться. По таймеру. Вот. В огне нельзя стоять. И когда кто-то будет анонсить огонь, сбежались, допустим, да, мы просто все вместе идем. Ну, допустим, типа, четвертый огонь после того, как на первой фазе огонь потушится, мы прыгаем, ну, мы идем сюда обычно скидывать, ну, куда-то сюда в этом районе, ко входу, вот. Там скидываем сюда два огня, идем в центр, и там тоже будет анонситься, типа, то, что мы скидываем огонь там в центр, сбежались, мы просто входим в центр, прям в фрейм, скидываем и выпрыгиваем оттуда. И когда огонь, всегда надо из... Ну, кидается огонь, всегда надо из него выпрыгивать, вот. Ты... Да, из огня сразу выходь. Да. А есть мил тактику, да? Жестко. Да, типа. Ну, тут человек, типа, бил обычку, но прям нет. Ребафните все тебе пала бафы, пожалуйста. Рейндж, держи. А, и рейндж, рейндж, больше. Кира, будешь на второй фазе хилить, и, скорее всего, Геру давай на вторую тоже. Да, я только тоже хотел за это сказать, что вторую фазу еще по Геру. Лагает два стака все-таки стоит. Три огня будет. Два стака стоит, ну слева, справа. Ну да, то так и сделаем, то потому что три огня. Первая пати ко мне. Кто в первой пати? Вторая в ту сторону. Типа один раз посмотришь, если... Танк это пока огонь. Умеешь? Практикуешь, видел? Все, окей. Давайте чек. Джел. Запускай. Бля, курица, давай кричи уже, ебать. Курица сдохла, блять, бафа она не дала. Петушара, блять, ебучь. Центр его поставил. Мины. Кама на пулю. Блин, ты можешь опять с печатью? Я нет, там срываю драки. Отбежали. Войд, блять. Вайп.
А чё он, типа, чё за... Я хуй знаю. СС был? Войд? Да. Вставай. Мины. Да чё ты дохнешь опять? Вайп, вайп, вайп. Умрите все под это. Сначала он от мины сдох, а второй раз от напалма. Я вижу. 6 метров, Эрниш, выдержите. Бля, ну я не хочу сейчас идти делать спек хила. Да не, просто чаем подавился. Бывает. Жена тортика занесла. Обязательно 5 метров держите друг от друга. В огне не стойте, огонь будет идти за вами. Смотрите, на второй фазе все милики стараются быть за спиной. Ну, все милики знают. Для Эршам, для тебя, когда мы скидываем огонь, мы его скидываем в центр. Потом ты отходишь с центра. И дальше хилишь. Но отходишь вот в ближний круг. Чтоб не в ебенях было. Давайте, баф. Чек. По местам пошли. Первая пати слева идет по левой стороне, вторая справа, блять. По хилам хуёво. Войд, иди с левой стороны. То есть, на... Нет, ты сейчас стой там. А хотя ладно, иди к нам, иди к нам. Похуй, там хватит людей. Иди вот к нам, иди по этой стороне. Сейчас. Тогда, типа, холипау вы должен держать щит на себе. Когда... Протопал танчит. Протопал сам щит покидает. Все готовы запускать. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Самоуничтожение области. Прыгнули. Разве вы не видели табличку «Не доживайте эту пытанку»? Ну как мы сумеем совершить испытание и превратиться на ликвидацию, а? Прохилился. Аккуратно, сейчас милики, приготовьтесь, одна секунда, бежать. Охуенно, блять. Чего? А я как сыпанул эту мину, блять. Вышили, что ли, раскидывать? Ебать, их три в одной было, чего? Да ну нахуй, блять. Вот это подстава. Прохиль себе, Аршан. Не понадобится. Отбежали, бейте, бейте. Шаману. От чего? А, ты два надо раза. Надо стопнуть, он еще не похуй, у вас хил уже умер. Он нападает все равно. Да. Смотри, танк. Босс должен быть уже в это время возле... Возле двери. То есть... Откуда заходим? Да, ты его это постепенно ведешь туда вот, после этих шоковых. Ебать, чё за хуйня?
три мины подряд. Ой, это, точнее, три мины в одной было. Это что это, блядь? Бывает часто. Охуенно, блядь. А они еще и, блядь, фрейму мини убрали, блядь. Хуй поймешь. Хуй, там, я, блядь, лично для себя сразу по это смотрю, куда буду отбегать. Так я тоже видел. Типа там, во-первых, мины не было. Именно визуально. Где я был-то. Потому что до этого пробежал ровно по этой же траектории танк. То есть, а я за ним пробежал. Его, ну, типа, ноль дамага. Понял, ты взорвался. А у меня взорвали стримины. Это рофл, походу. Бля, еще вот это неистовство, блядь, включается постоянно на автомате. Так триггерит. Да, кстати, по это массакрам. Войд, ты на первый огонь дашь на второй фазе, то когда я скажу, а потом даст танк. Чек. Джел. Все. Запустил. И чё это за огонь, блять? Это меня, наверное. Готовились. Беги, малышка, беги! Рейндж держу. Мины аккуратно. Боек. Щит держите на себе. Прохилься. Шаман. ДПС чуть тише. Тише ДПС. Сейчас будет шок. ДПС. Прохильте балбеса. Ушли, 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 ушли. Все, сейчас тут. Тихо, стойте. Блять. Все. Я тебе. Все сюда. В звезду прыгаем. Ближе, ближе, танк к нам. Угу. Прыгнули. Ушли, ушли, ушли. Все, катишь танк сам. Отошли все. Сейчас еще один огонь скинем. Все, да. Потом пойдем в центр. Ты чё, танк, блядь, танк. Блядь. Кайте его вдоль, а не поперек, блядь. Спал. Вот сюда его кайте. Вот тут есть место, чтоб он в одной луже был. Ну что ты в нем стоишь-то? Ну ебаный какой. Ушли, ушли. Кайте его в кучу, в кучу, в кучу, кайте. Вот так, в кучу, в кучу. Все, в центр все, в центр. Геру, давай. Все, вот эти к нам. Чтоб он в кучке. Отойдите, РДДшники, хилы с подмелизоной. Массакр, да, его? Прыгнули. Блять, РДД, ну я же сказал, в мелизону. Ладно, похуй. Сейчас будет Готовьте. Беги, малышка, беги! Шли. Нет, это слабые хилы очень. Мы это, наверное, не прохили. То есть, или это мне спекаться? В хила надо.
Да. Войт, у тебя ретрик есть? Сейчас. Ну и я полетел спекаться туда. Сколько у нас времени еще? Два часа? Окей. Ну, думаю, успеем. Мы не придумали еще? Насчет чё? Пожарного. Ну, я сейчас это похилю просто. Чё, в ретрика, да? Блядь, ебать, да. Ты все сильный, нахуй, зен. Спекайся. Ну, я хочу убить просто. Ты в чем можешь? Шкаф? Шкаф. Почему сейчас? Я все равно спек пока делал. Там на последней фазе же повиновением хуярить заебись, да? Да. А прожим, кстати, на утюга не надо отдавать, надо лучше на вторую оставить, на туловище, да? Крылья. Положим. А нет, когда ж там на второй лучше баб, но нажать или бабл или паутинник. Да не сумоньте меня пока, мне ж символы надо купить. У меня ж вообще спека нет.